Москва предлагает США обменять летчика Константина Ярошенко на американских граждан, осужденных в России. Об этом сообщает «Известия». В распоряжении издания оказался ответ администрации президента России на обращение матери пилота Любови Ярошенко. На данный момент в России отбывает заключение 13 граждан США. Однако, по данным «Известия», Вашингтон пока не соглашается на обмен. Пилот осужден на 20 лет заключения в 2011 году. В США Ярошенко доставили из Либерии, где его задержали сотрудники американских спецслужб. Летчика обвинили в том, что он собирался перевести крупную партию наркотиков. Тем временем состояние Ярошенко ухудшается. Руководство тюрьмы Форт Дикс, где он отбывает срок, в очередной раз нарушило права человека. Под надуманным, как сообщается, предлогом Ярошенко на месяц запретили покупать продукты в местном магазине. Это при том, что он не может употреблять твердую пищу. После пыток в Либерии российский летчик лишился большей части зубов, и уже в тюрьме ему удалили остальные.